любители сторис. Как бы провести день, когда вечером тебе лететь в Красноярск, потом лететь в Мадрид, потом ехать в Рязань. Наверное, стоит отдохнуть, может быть, подготовиться, вещи собрать. Но мы же с вами не из таких. Мы с вами сейчас едем на Дмитровку, на завод «Флакон», потому что сегодня у нас с командой Toyota какая-то лютая фотосессия в стиле героев Marvel. Мне очень интересно, я в нетерпении жду, кем же я буду. Я не сильно шарю в комиксах, я смотрел «Мстителей», но даже не понимаю их хронометража и хронологии. Я знаю, что енот шутит, а железный человек крутой. Вот и все. Для тех моих подписчиков, кто вдруг не знает, что такое «Флакон», это один из очередных дизайнерских арт-объектов на территории старой промзоны. Вот всякие лофт, не лофт, строения, кафешки, магазины, какие-то стильные штуки всякие стоят. И у нас тут сейчас будет вот фотосессия. Все это расписано здесь. О, меня уже ждут. Вот, смотрите, моя братва стоит, а я пошел кофе пить. Кто тут главный герой? Эй! Выходите на бой! Ха-ха! Парень с коробкой вас заградил. Сейчас я вам покажу настоящий правильный багажник Сейчара атлета Red Bull. Смотрите. Целый склад. Видите, уже половины тропического нет. Тропического нет половины, потому что тропического половина уже знаете где? Вот здесь. Хорошо, когда у тебя друзья... атлета Red Bull. Слушайте, у вас что, тоже велоспорт в опасности? Что происходит, пацаны? Почему вы тут прям мастерскую устроили? Что там, братан, с кареткой, да, какие-то проблемы? Нет, а ты новую керамическую каретку не хочешь поставить? Я сейчас выпендрился, я не знаю, правда ли, бывают такие. Ну, доставай. А, ты про эти шатуны? Бля, это же реально шатуны. Прям реально карбоновые? Да, карбон. Класс. Но ты их все равно сломаешь, да? Дело. Какой-то странной волею судьбы я оказался в прекрасном месте, которое называется офис We Are In... Ты банку только что показал? Покажи еще раз. Короче, к ребятам зашел в офис We Are In Sport, но не просто зашел, чтобы вам тут сторис снять и показать, как у них тут все модненько и креативненько, а зашел забрать свою кофту, которая лежит у них с зимы 2017 года, которую случайно я здесь оставил. Хорошая была вечеринка, да, Игорян? Да. Вот эти ребята делают... Ушел голый. Вот эти ребята делают самый крутой ивент New Star Camp, но это пока мы с вами еще не вышли на тропу войны. Ребят, ну это просто наглость. Вот из этого офиса, из их офиса, есть путь на балкон, где стоит барбекю, и Игорян вот жарит. Игорян тут жарит. Вчера жарили. Кстати, у него был день рождения, поэтому обязательно на него подпишитесь и поздравьте его лично в директ с днем рождения. Он очень крутой парень. Все, можешь мне те 500 евро дать, которые ты обещал, если я так сделаю? Батя, короче, икру с Камчатки притащил. Сам питается. Никитос, хорош! Успокойся. Ну, по кайфу, респект. На Камчатке обязательно один раз в жизни. Короче, ребята, меня нещадно обманули. Оказывается, у нас не будет фотосессии в стиле «Мстителей», где я в костюме Железного Человека и все такое. Мы просто по референсу, Вася, по заданию стоим на максимально сложных щах, изображаем из себя «Мстителей». Да, сложные щи, моя работа вообще. Ну, ты, в принципе, на Халка похож. Стой, тихо! Убери! Саня, пожалуйста! Все, короче, мы тут... А можно еще раз попробовать? Нет! Мне вообще все равно весело. Я больше похож на Капитана Америку, чем на Халка. На Капитана Америку? Да, у тебя, кстати, прическа похожа. Капитан Россия. Никит, пожалуйста. Вперед, Россия! Что в Москве пробки 8 баллов и все опаздывают в аэропорт. В «Экспрессе» нет сидящих мест. Сидим как гопники.